Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я еду в солнечную Чувашию к себе на родину. Я родом из Чувашии. Не переключайтесь, будет очень интересно и весело. Ну что, поехали! Собрал чемодан. У меня чемодан такой вот небольшой. Такого золотистого коричневого цвета. Очень мне нравится. Сейчас я вам покажу свои вещи, белье. Тут у меня ноутбук. Такой вот тоже. Одежда моя. Ну, показывать все не буду. Наверное, это не очень интересно. Тут футболки, свитера, брюки и вот куртка еще запасная. Зарядки. Тут маме такие вот пробники. Там всякие крема. Ну, в общем, как-то так. Ой, как же я хочу быстрее маму видеть. Я ее где-то, наверное, где-то год, ну где-то полгода не видел. Очень скучаю по ней. Ее очень сильно люблю. Как же я хочу быстрее увидеть свою семью. Очень по ним сильно скучаю. Меня там уже все ждут, уже все готовятся. Мама уже там пироги готовит вовсю, салаты. Первое, второе. Бонь, уезжаю, Бонь. Боня, до смена. Уезжаю. Будешь скучать по мне? Скучать по мне будешь? Бонец. Бонец. Смотри на меня. Ты не смотришь на меня? Обиделся, да? Ты обиделся? Бон обиделся. Бросаю Бон на целых 3 дня, да, Бон? Бросаю Бон тебе. Будь скучать. А лапку зачем выставил вперед? Лапку зачем вперед выставил? Это чья лапка? Бон, чья лапка? Твоя лапка, Бон? А носик где? Бон, носик. Вот носик, Бон, носик. Бонус, привет, передавать. Будешь привет передавать? Привет, будешь передавать? Бонус. Бонус. Ладно, отдыхай. Бонь, чемодан мой осматриваешь, да? Бонь. Интересно, да, Бонь? Поедешь со мной? У нас со мной поедешь? Бонес, поедешь со мной? Поедешь? Бонес. Ну, Бон, зачем зубами-то делаешь? Зубами зачем? Сдеваешь камеру? Куда идешь? Куда идешь? Спрашиваю. Спать, ложиться. Ложиться? Ну, давай ложиться спать. Ложиться, ложиться. Ложиться, Бон, ложиться, давай. Ой, мой хороший мальчик, ложится, 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 ложится. Мой мальчик. Бонес. Ну что, друзья, все. Присел на дорожку. Бонес. Бонес, покажи личико. Личико покажи. Бонес. Бонес. Куда смотришь? Смотри на меня. Бонь меня провожает. Бонес. Вот мой чемоданчик. Все. Отправляемся, друзья, на вокзал. Thank you.
я приехал на вокзал. Смотрите, какой он красивый, как он красиво светится. Казанский вокзал, друзья. Красота, да? Обалдеть. Ну что, пойдемте внутрь. Друзья, вошел внутрь вокзала. Сейчас буду искать свой поезд. Наверное, он еще не приехал. Не подали в перрон. Нет, пришел. Смотрите, вот мой поезд стоит. Вот, видите, двухэтажный. Как же мне понравился поезд. Я ездил на таком поезде двухэтажный в Питер в 2015 году. Там есть Wi-Fi. Очень круто. Вообще. Там так уютненько, комфортно. Сейчас я вам покажу, как красиво ярко светится. Сейчас сделаем обзорчик. Сделаем обзорчик на мое купе. Кстати, я буду ехать в полном купе. Мне очень круто повезло. И мне холодно. Наверное, меня не слышали. Эта женщина по микрофону кричала. Ну ничего. Вот. Как-то так, в общем. Как же мне холодно. Ладно, увидимся в купе. Какой красивый кафе, смотрите. Кафешки различные стоят. Кафе. Вот мой поезд двухэтажный. Я еду на втором этаже. Большой, огромный. Сочи. Олимпиада. У меня второй вагон. Так, вот. Я еду в самый конец поезда. Хотел купить билет, чтобы был первый вагон. Короче, я в жопе еду. Обалдеть. Вот мой поезд. Второй вагон. Вот длинный. Все. Бронепоезд. Бронепоезд, друзья, большой. Очень большой поезд. Привет, привет. Так, друзья, давай я возьму. Входим в поезд. Такая очередь. Холодно, видишь. Проходите, проходите. У вас 83-е место, 9-е. Спасибо большое. Так, друзья. Нам второй этаж. Да, пошли. Так, 83-й это вот, я так понимаю, да? Да. Да, где свет? Свет здесь включен. А, это вызов, 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 вызов. Подождите, пожалуйста, секунду. Вот. 83-е, да, место? Я не знаю. Да, вот мой, 88, вот мой. Где? Вот мой. Угу. Апартаменты. Ой. Тут так все как же тесно. А как включить свет здесь побольше? Есть где-нибудь кнопку, видишь? Вот. Так. Ой, что-то тут еще положили, какие-то сюрпризы. Это платно или бесплатно? Что это такое? Разберетесь. Что-то положили. Ладно, друзья, я пока выключаюсь. Друзья, это оказывается мой ужин. Называется
Так, славянская трапеза. Делаю обзор на свой ужин позже. Посмотрим, что там у меня будет. Итак, что там есть? Так, какая-то конфетка. Такая вот. Так, ложка, салфетка. Влажная обычно. Сок. Яблочный. Это что? Это йогурт. Такой вот йогурт. Это молочная. Какая-то молочная. И кекс. Вот это вот ужин. А, там что-то еще есть. Ой, жвачка мятная. Прикольно. Все, больше ничего нет. Пакет несъедобный. Да. Друзья, купил чай, сходил. Шоколадки. Сейчас буду пить чай. Даже ты на стаканник. Такой купай, друзья. Сейчас буду умываться, мыться. Как же я хочу спать. Друзья, ну что, я уже практически приехал. Как красиво, какая красивая природа.